Ой, 100 000 игрушечка. Наоборот. Мини-игра. Просто на кнопку нажимать. Да, я вот тоже пытаюсь понять, что же за геймплей там будет. А, это танк, если. А. Ага. Я что, попал. Не можно ездить? Я попал в твою эту. World of Tanks. Я еще 3 жизни. Как так? Да. Мне кажется, попасть этот ладно. Да. А я куда-то выехал, так же как и ты. А, зона сужается тут. Да, я пропустил. Ну, это паб, це паб. Паб на танках. Паб на танках — это сильно. Ну, сейчас бы да, не рассказать, что можно ехать. А ты попал? Да. Потому что я хорош. 2 раза попал. Изи. Просто. Як ты выиграл? А? Я не понял, як ты меня выиграл. По скиллу. По скиллу? Не. Да. Тебя по скиллу ни разу не выигрывал. Я выиграл сейчас только из-за скилла. Там еще какая-то мини-игра, я чешу. Не, это вроде нет. Это просто такие крутилки всякие. Для удовольствия. Их нема. А зачем мне сюда? Вот это была колись лавовая трубка. А, вот эта лампа лавовая? Да. О, да. Нет, наверное, нет. Я не помню. У меня было, ну, не прям вот лампа, а было что-то типа часов, только не песочные они были, а именно лавовые. Не знаю, как это объяснить. Mm-hmm. Такая технология в моей жизни была. Ну, вот такая лампа была только у моего знакомого одного, и я ее бачу вживу. И я не мог понять, для чего она нужна. Выключить все надо. Показывает, может. Ага. Что? На таких подушках можно прыгать. Да, ты подпрыгнул? Да, бачишь. Оу. А я залез наверх просто сам. А я смотрю на космос. Иди сюда. Иду. Тут еще лампа. Не может быть просто... якась... Че? А! Что? Я просто думал, кто это? А это ж... Эвэйаут. Да. А ты можешь встать сюда? Конечно, могу. Ой, я застрял, все. А ты пошел вообще куда-то в другое место, ща? Стой. Я не заметил, что тут есть другой проход. Вот у нас есть проблема. Я застрял. Прикинь, я смог сюда забраться, но я не увидел, что тут есть проход сюда. Ну и просто... Ладно, сейчас. Не, это просто запускает спик. Ачивочку. Давай еще поменяюсь. Ясно. Это такая пасхалочка. Пасхалочка даже. Ну прям уже столько подушек в комнате, что капец. Сколько пыли. Ну
Надо было все включить. О! Как это работает? Мини-игра. Enter password. Oh, wordplay, lovely. Ah, it's got something to do with hacking. А где я? А там не стреба. You know, I thought hacking would be way more complicated than this. It's just a game, Cody. А это... Ага, ага, во. Слишком сложная игра. А, надо нажать жмакать, 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 Наверное, мы там, в принципе, не смогли бы. Мы попали в игру? Я говорил, что это будет босс. Rosehand picked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission. I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe. Well, we're also assigned to protect Rose. As her parents, we... Stop lying! Your mission is to make her cry! We really need those tears. The bigger the better. Oho. Oho. There's been a misunderstanding. See, we just need to get a few tears from Rose to... You won't squeeze a single teardrop from Rose. You'll be stuck here forever. Forever? Did he just say forever? Oh my God, I'm having a panic attack. What should we do? In space? No one can hear you scream! Oh, for goodness sake, Cody! Don't be stupid, we're not in space! What? Just where are we? Listen, Rose and I have played with her space toys so many times, I just need to find them! Oh! Here they are! Ah. Hey, Cody, try this on. Oh! Oh. Snug? Wow! It works! What are you doing? Oh. Cosmic inflation. The inflation theory behind the Big Bang. Just stop it! Just turn it off! What? Amazing! Nathan, I'll be back to normal! Do you want to get out of here or not? Then we need to use cosmic inflation. And... space boots. Defying the laws of gravity. Новые игровые механики. Сейчас должно быть мега круто. You get all the cool gadgets. I'm cooler than you, Cody. Так, хочу тут исследовать все. Next time, can you not buy Rose a crazy? Ты можешь меня закрыть? Please? Well, she was the one who picked him out. Yeah. And you paid for him. He was terrifying. He was just protected. Like you would be if someone threatened to hurt Rose. Yeah, well, we're not hurting Rose. I mean, we just need her tears, so she can have her parents back. Agreed. Now let's go. А як... Пока что мы... Ну, мы... А. Ну, у тебя вот специальности же показали. Але только по цих площадках. А ты что-то можешь активировать, нет? Ну, я должен вырасти, а ты вот туда сверху сейчас пройдешь. Это... А, оу. Это переходная площадка, ты только по ней можешь перейти. Но ты можешь сейчас пройти вот туда вот сверху, видишь? Не, ну то есть... Вот там ну, сверху. Туда-да. Давай туда. На перехід на виходить. Ладно, я... А что нам треба зробить? О, привет. Де ты? Привет. Ти так порото виглядає. Ха-ха-ха.
Давай проходи сверху, тебе сверху вот там надо пройти. Понял? Ну да. О. А, тут можно в пасту. Ой, ты сверху где-то? Мне опять за арку треба пройти. А я не могу бегать, и рывок недоступен. Ты там что-то вообще? Бодро как-то. Сейчас тут что-то есть, наверное. А батарейку? Ой, я выпал вниз просто. Но я зачем-то смог туда наверх собраться. Батарейка какая ему надо? Сейчас, подожди секунду. Для чего есть ракета тут я? Вот, смотри, я маленький смог сюда зайти, чтобы засунуть батареечку. Ага. Только я могу, ее только держать, поэтому. Ну, ты давай. Блин. Там слева вон можно забраться. Непонятно, зачем? Там надо прыгнуть и облететь вокруг эту подушку. Ага. Zero G, amazing. Давай его вместе. Нам куда? Вверх, вниз? Вверх. Я пока не разумею, куда нам треба. Но я решил вверх запульнуться. Я кудись. О. Я что-то не то сделал. Что вот тут? Вот. Не знаю, не поднимается. Куда ты вообще залез? Я тут переместился через крутову нору. Ау. А через какую ты прошел? Куда ты пошел? Вот в такую дырку я пришел. Вот в красную или... А их две? Их три. Видишь? Я не знаю. Вот сейчас выпаду откуда-то. Во. Червона. А ну-ка, да, я тоже схожу. Можливо, в кожній з цих кімнат якась задачка. Тут 2D ігра. А, я зрозумів, тут надо двоє. А у мене і тут как бы тоже это... На двох, да? Ну, не факт, что на двоих, но что-то есть. Ну, у мене точно на двох. Тому я йду до тебе, прийду сейчас. Давай. Наверное. Так, я сюда дошел. Ты сюда доходил? Да? Не-не-не, я не доходил. А, ты просто вернулся назад? Да. Ага, ну да, у меня точно вот есть что поиграть. Ой-ой-ой.
Стань великим. Ща стану. Ой-ой-ой. Какой я жесткий. Знать бы только, что нам тут нужно сделать. А чому вона не в ту сторону? Ты должен залезть на этот шарик, а я должен что-то с этим сделать. Оно может как-то должно... Угу, щам. Ну, вони помічені зеленим тільки. Тобто тебе я з ними тут... взаємодіяю. Ага, тебе вот есть где идти по стіні, понял? Вот тут, ага, тут, если бачу. Вдруг понадобится. А у меня тут есть два шарика, которых я могу что-то делать, но я не совсем понимаю, что происходит. Что я должен сделать? Давай вот так попробуем. Ничего не происходит просто. А де по стіні? М? А де по стіні, як попасти туди? Тоже сложный вопрос. А ты на меня можешь за каким-то образом запрыгнуть, мне интересно? Не, мы не катачим. Нет, ты про прозорый, да. Залезь на вот этот шарик. У тебя вот тут прям конструкция, чтобы ты на него запрыгнул. Ага. И смотри, я так понимаю, наверное, я сейчас должен вот в эту сторону тебя шатнуть. Готовься прыгать на вот тот второй, да. Смог? Ага, я понял. Все, не смех, я понял. Но я предполагаю, что это должен быть правильный путь. Да, это правильный. И сейчас туда, да. И ты перейдешь таким образом на вот ту дальнюю конструкцию. По стене сейчас, вот. Я туда ж треба. А я туда должен как-то попасть. Батареечка треба. Я туда должен попасть, чтобы залезть внутрь и сдвинуть батареечку. Это уже было. Вопрос, как я туда могу залезть? Ты мне можешь что-то... Залезть в... Это в робота треба залезть? Да, справа. А, или ты сам можешь тоже. Вот туда. Я тут. Да, вот я туда залазил. Тебе надо сюда поднять. У тебя есть какие-то механики для этого? О, у тебя слева есть. Есть, да, сюда. Кнопки. Кнопки. Это вот эти, все, понял? Стой. Не-не-не-не-не. Все, я понял. Тебе надо... Мне вот эти надо идти. Давай. Они сами вертаются. Хорошо, мне самые нижние надо сейчас. По диагонали будешь. Давай вот это вот теперь. Не, да. И быстро, потому что они реально возвращаются. Ой-ой-ой, я уж думал. Ой-ой-ой. Я впал, но все нормально. Какой я малюсенький. Тебя видишь? Так, да, странно выглядает. Просто что, игра одна и та самая, начебто. Да, мне всегда это прикалывало. А перспективы совсем разные. Такие механики всегда прикалывали. Я помню, была где-то угарная игра, где нужно было тараканов ловить. И можно было играть за тараканов. Копная, это капец, мультиплеерная. Так, мы это прошли, насколько я понял. Во, да, какие мы молодцы. Ну и теперь треба пройти все нижние кімнати. Давай зеленый, я тут ты уже там. Розвідав обстановку. Там будет 2D-платформер. Исследовал вопросик. Да. Давай, ну да. Ты направо иди. Да, это я догадался. Перестарался. А, прыгать треба. Ай-яй-яй.
Okay, I have an idea. Next time we avoid the wow, what an idea. Просто. У меня почему-то не получается. Я так понимаю, если кто-то из нас умирает, мы по-любому начинаем заново. Да, да, да. Рывком надо, я так понял. А! Не, не, не надо рывком. Отбой. Просто прыгни. А! Нет, что-то прям с координацией движения сложно, но как ты понял, прыгни. Надо на Б было прыгнуть. А цікаво, що було би, якби я добрався. Ну, мене не вернуло. Мене би зарізало. Стенки. А давай. А ты можешь прыгнуть справа маленько будет пройти. Ага. А я могу тут пройти, похоже. Да. Да. А что вот это такое? Поменяла ага. Сторонами. Это что? Це для тебе, да. А я могу? Я могу сторону вибрати. Ні, не могу. А, у мене там же ж там внизу якийсь лазер страшний. Отпусти. А-а-а. Ну да. Там силу треба вибрати. Ти повинен просто підгадати силу. А, щоб ти смог улететь направо, типа? Да, да. Вот так вот давай попробуем. Ага. Ще чіться, Міша. Вот так, давай. Понял? Це слабше. Раз, два, три, чотири. Ага. Тепер сідайте. Сверху эти чаепитие. Ага, понял. Какой я малюсенький, это капец. Стой, убивай, я себя не вижу. Ага. И что должно произойти? Ща. Есть, наверное, идея. Нет, нету идеи. А ты не можешь дальше никуда идти? Ко мне спрыгнуть, например? Ладно. Я не могу спрыгнуть. Ну, я как-то как бы мог бы зацепиться за тебя, потому что там есть какой-то значок вот такой, видишь? Веревки. Веревка. Давай. Ага. Варненько. І тебе треба прыгнути тепер. На. Весело. Люблю фізику. Вау, окей. У тебя не было ещё возможности зацепиться. А, это заскриптованная фигня. Жаль. О, робот. Далась. Давай. Такий платформер трошечки. Угу.
portal left. Brilliant. А, и вот вот эти вдвоем откроются, мы должны будем одновременно их потом покрутить. Ну да. О, вот эти лампы кайфовые, я всегда такую себе хотел. Яку? А вот, которая, видишь, перед нами. А, ты эти, что пальцами треба? Да. Ну я вот тоже, а сюда можно, да, залезть? Да. Я могу туда маленьким пройти. А ты можешь маленьким перепрыгнуть? А что-то тебе это дает? Я просто на них тоже посмотрел так. Но я планирую по шарику прокатиться. Ой, это батуты, это надо быть осторожным. И куда дальше? Я не знаю, для чего я сюда припрыгнул. Ага, я могу тебя покатать. Но ты должен перейти ко мне все равно, чтобы я тебя покатал. А ты шарики не вбивці? Не. Вони просто спрыгнул. У меня, видишь, он позу принимает, типа лежащую. Сейчас, вот сейчас будет, смотри. Не. Ага, бачу. Во. Но ты только осторожно не улети, потому что на вот этом ты. А надо двигаться, надо бежать. На себя. Не прыгай. Ты просто мог пробежать там. Во, я тебя сейчас буду катить. О, я даже могу. Все, справился? Нажал кнопку. Я думаю, что стоит его и дальше катить. Там батут есть еще, чтобы ты еще раз мог запрыгнуть, наверное. Волосы. Так, поворачиваю. Запрыгивай. Ага. Ты теперь что можешь сделать? Я должен сюда буду как-то залезть, наверное. Вон тут еще один шарик есть. Нет, а, это... вот, давай. Поднимай меня обратно. Это... А, все, я зрозумів. Я не можу опинять. Нет. Как так-то? А сейчас? Можешь, да? А я должен уменьшиться просто, все понятно. Давай. Другое дело. И какая? Вот слева треба. Ну я просто упаду, поэтому... Ось. Что происходит? Понял. Тебе до батарейки, да, добраться. Понял. Там у меня шина. О, это что-то коротенький прям. Левел. Сейчас откроются два вот этих. Они уже открылись. Только надо... Давай. Here we go again. Here we go again. This is not my idea of fun. So now we even have to argue about what's fun. I'm nauseous, okay? Growing up is not fun. Hey, stop fighting, you two! No. Focus on the mission! We are focusing. We're just trying to find a way out of this damn place. You will only do that if you collaborate. Yeah. Collaboration. Blah, 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 blah. Oh, blah, 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 huh? Yeah.
blah, 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 ha. Okay, okay. Just don't forget, yeah? Blah, blah. Oh, shut up, you two. Collaboration, yo. У меня ничего не пропускало. Это еще одни, а это еще одни. О, работаем. О, смотри. Звезда. Куда? Куда идем? Какой? Пришли проходы все подряд. Ну тут все просто. Я чувствую, сейчас начнется непросто. Залазь в робота. А, у него закрытие буковинки. Ты не залезешь в него. А, ты думал, настолько все просто, да? Да. Я не понял. О, мертвая петля. Ты там что-то свое проходишь, да? Они складываются обратно. Кондуктор у меня есть. Что бы это могло значить? У меня что-то есть. У меня есть. Оп. Надо. Или нет? Ага, я понял. А где я оказался? Вот, и отсюда я могу третью достать, смотри. А куда их ставить? Вот. Это мы должны соединить, понял, правую и левую часть. Поэтому, может, не ставить их так близко, попробую поставить их максимально далеко. Наверное, это уже вот максимальное расстояние между ними, а я вот отсюда я сейчас еще достану. Это работа для меня. Не? Да, для меня. А сверху ты достал уже? Да, вот там сверху над этим достал. А? А? Как у тебя успехи? Я... Думаю, що тут треба зробити. Що ж? Ні, там мені не треба. Забрав ще одну. Як далеко це можна підвинути? Ага, не дуже. Ой, я тебе вижу. Мені якось тут, типа, купол треба підняти якимось чином. Вот так вот? Да. Решил вопросик. Да. Трошка порешал. Нам еще два, походу, надо. Назад я еще не ходил. Хочу назад сходить, посмотреть, что там. Или ты тут был? А! На... Понял. Ты мне тут нужен будешь сейчас. Иди направо. Сюда наверх? Ты должен... Не. За робота, за робота, за робота, за робота, за спину. Вот туда, прямо вот так вот, просто шуруй. И вот тут направо надо встать тебе, это поднимет меня вот сюда вот. Сейчас. Не! Ну что ж ты издеваешься вот это над маленьким человечком? Все, я улетаю. О! А на второй стороне тоже есть. И видишь, я понял, что я должен сделать. Ща. Ты спрыгнешь сейчас. Да. А я. Вот таким. Ну мне маленькие как-то надо забрать. Ща. А я могу сделать вот так вот. Не, я не могу его скинуть. Ну, а, тогда. А сам спрыгнуть можешь. Жди. А чему ты не. Я вместе с этой шняшкой не мог спрыгнуть большим. Ну, можно и маленьким было бы достатнее. Не-не-не. Я же спрыгнул маленьким.
Ну, я понял. Давай. Это последнее, в принципе. Ой. Все. Вот сюда вот его. Заходь. Как мне нравится быть маленьким. Это где-то. Вот летаем вокруг Земли в заставках, а Луны не видел ни разу. Полетели вот. Что там? О, я могу двигаться влево-вправо джойстиком. Так, вижу батут, сразу наверх сюда можно. Ай. Там можно еще выше, ща. Не, нельзя. Смотри, куда я забрался. О, ракета. И вот там вторая ракета. И сверху что-то есть. Хочу направо забраться. Ща. Мне кажется, что тут работа явно на тебе. Я чуть-чуть занят важными вещами. Чаванько. Я понял. У меня тут погоня за ачивками. Хотя я их давно уже не встречал, эти ракеты, значит, я их до этого пропустил уже. Ну, мне не попад... Я два повзрывал. Ты тоже два повзрывал? Ну, может, нам совместно засчитает, я так понимаю. Паркур. А как туда добраться наверх? Или перепрыгнуть? Да надо было перепрыгнуть, стопудово. Ща. Ща. А ты уже понял, что нам надо делать дальше, да? Мне треба с другой стороны залезти? Не-не-не, тебе не надо. Это я тут должен перепрыгнуть вот туда вот как-то. Вот так вот. Вот. А что я должен сделать? А ты что-то сделать можешь? Мы это сигналы передаем, мы должны где-то настроить это. Есть вторая такая? Я не знаю, потому что на той стороне я без тебя ничего сделать не могу, похоже. А... О! А, на зерка навести. А я не могу ниже. Сейчас послушаю. Альфа Дельта Банан. This monkey watches way too much sci-fi. Че, я даже ачивочку никакую не дала? Капец. Ты нашел что-то... А, ты ко мне зашел. Тут еще что-то есть, ща. Okay, can you swear here? Okay. F***ed us,
Ну це пасхалка. Да. Як його звати того? Я забув, як звати того розробника. Пасхалочки. Сейчас мне интересно, может что-то еще будет. Если вы не против. Не, да я не спешу. Раз уж я... О! Во! Да, теперь получил. Я получил ачивку, ты получил? Да, я тоже. Да. Изи, изи. Дальние частоты. Какая вероятность, что есть что-то еще? Ну, уже не. Я думаю. Я бы просто сделал еще что-то после ачивки. Будь я разработчиком. Я бы сделал, чтобы там что-то было после ачивки. Чтобы оно появлялось только после ачивки. Так, тут что-то для меня ты говоришь? Ага. Да, тут надо быть великим и важким. Чтобы подпрыгнуть здесь, да? Да. Помогло, да? Да. Но я запрыгнуть туда не могу. Ну, тогда пока и не запрыгай. А, якщо ти будеш маленьким, чи... То... То ні. Я думаю, що це не поможе. Я должен буду бути маленьким, а ти должен... стой. А давай. А можеш попробувати спрыгнути туди, обратно? А просто тоді я не заберусь назад. Не сработає. Так, ну давай туди. Але тут ти мені потрібен, до речі. Ну ти можеш... Я тут... А сверху що у тебе? Давай, иди, решай вопросики. Ага, и ты вот на вторую сторону должен пропрыгать. Возможно, ты со второй стороны должен прийти. Ну, окей, давай я посмотрю, как что я могу сделать. Крючки, начебто, для тебя не сделаны все-таки. Тобто, якось тебе, наверное, сюда треба привезти. А, да. Да, ты можешь. А. Тільки мені треба забратися знову. Ляти, конечно, вот это. И потом я на вот этой попрыгушке попрыгаю еще, понял? Давай. Ой! Ачивка. А я так понял, что я мог бы и средним чудиком залететь. Да, похоже на то. А подпрыгни просто там, не спрыгивай сверху. А если ты будешь мелким зараз? Да. А, не, мелким оно всегда, ща. А если я буду... Але, если обычно, то это не, то где ты не полетишь. Не хватает. Мне треба быть... Нет, если ты будешь прыгать с платформы, то она будет сжата, и я успею на нее запрыгнуть. А, ща. А ты можешь на платформе подпрыгнуть и прижать? А, она не просаживается, наверное. Она не просаживается.
Ча. Так, ну. А что так сложно? Так, ну давай попробуй еще раз цепить кинуть. Если маленьким, то не сработает. А куда я должен лететь просто? Ну давай сюда попробуем. Давай. На платформу. О, ну, да. Так сработало, да. Четыре раза. Ты великий стой. Стой, вставай великий, да. И все. Ну, мне очень нравится механика вот эта с уменьшением увеличения. А якщо ти станеш великим на подушках? Ти теж. Вони ж, типа, в невагомості. Ех. Могли б що-небудь придумати. Мы там по очереди, типа, должны. Только ты не перескакивай со следующего. Сейчас. Прикольный рівень. Цілих дві ачівки з нього загребли. Да, есть такое. Есть маленькое ощущение, что мы кучу ракет уже пропустили. Ну, це не точно. Не, это не точно, потому что, в принципе, они стоят достаточно явно. Тут маленькую дверку треба. Божечки. Смотри, какой это маленький. Я просто смотрю через твой экран и угораю. Тебе тут просто не видно. Якби у мене був не iMac, то я б тебе не побачив. Ой, я помню это. Помнишь? Куда ты идешь? Иди играй мной. А что треба робити? Ну ты должен преграду убрать и отпустить меня. Денишер. Ну нормально, давай. А, я понял, закину тебя. Не? Ну, у тебя не нажми не... левую кнопку. ЛТ. ЛТ. Собака. ЛТ. Нажми. Ага. Наконец-то. А наша тебе штука? А, вот там переключается. Да. За меня смотри сейчас на мой экран. Я захотел попробовать, могу ли я ускориться. И чуть-чуть не под тем углом двинул. Опускай. Опускай! Вот это было миллиметраж. Тебе налево сразу? Давай. Налево тебе. Почему налево? Как я хотел на подушке запрыгнуть. Там за зонтиком может что-то быть. Не, ничего нет. Вот подняться можно наверх. Вот ты сейчас стоишь, по этой рампе наверх можно подняться туда. Да.
По зонтику надо было подняться. Ну вот это прям вообще, наверное, не продумано. Но по идее ты должен подняться по зонтику наверх. И куда? И вот там есть отверстие, наверное, в которое ты мог бы попробовать пролезть. Ну, просто подушку ты так поставил, и, конечно, что мне здесь для чего... Ну давай, 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 попробуй. Там вон направо целая дорога. А, это вот та дорога, на которой мы были. И вот сюда, понимаешь? Ага, ты просто провалился вообще. Сейчас я вернусь. Нет, а там слайдеры. Да. Наш у меня цеса. Ну, зонтик так приятненько стоит, а со второй стороны, да, ничего. Залезь на вот эти подушки, посмотри, что там есть. Ничего полезного не будет, да? Ну, ничего не больше. Ну, что-то там точно должно быть. Зонтик. Зонтики. Прыгай, 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 прыгай. А. Да ля ты купился, конечно. Но мне казалось, что ты... Ага, хорошо. Ну, допрыгну. Ну, давай я теперь что-то попробую сделать. О! Sweet. That's a handy shortcut. Це для мене. Перенеси мене. Аккуратно. Ну давай, прыгай. А я вправо не могу. Отпускай. Я могу выйти, да. Давай сейчас попробуем назад. Не, я не могу в эту сторону развернуться. Хорошо. Так, сюда теперь. А? Не, не можешь. Там пола нет, оказывается. А ты не можешь по кнопочкам справа прогуляться? Не можешь. Я могу, наверное. А это что-то делает, нет? Тут робот. Ты смог добраться к роботу. А у него нету захода? Или есть заход? А есть заход? С другой стороны, но, он есть. Але треба для своего захода... Вот сюда мне пройти как-то... Что-то пронести треба буде, мне здається. Не-не-не, ты ж по стене ходишь. Я должен буду вот по вот этой руке пройти в другой, в 90 градусов. В сдвинутой файле. Ты должен меня поднять, ты должен будешь меня сейчас поднять... Все, я не знаю, зачем ты туда залазил, наверное. Или нет. Но есть вариант, что может... Ты меня должен... О! Что-то происходит. Это я могу пропустить. А, бачишь? А что мне это даст? Я не знаю. Я проходил и так. Я ж по стене не могу карабкаться. Что это за штука? Это что-то не дало бы тебе сюда пройти. Або мне. Ну тут вот беленькие еще такие кнопочки вон есть. Видишь? Но я не мог на нее нажать. Так, что-то тупняк. Сейчас. Да, я 2 секунды. О! Не зря спустился уже. Ракета. Сейчас я 2 секунды подумаю, что тут происходит. Мне надо подняться на самый верх. Вот там, где ты стоишь, вот мне надо подняться наверх. Понял, я вот сверху, вот смотри на мой экран, я вот сверху тут перепрыгну, пройду вот туда вот наверх. И зайду по руке в робота. Да. Но мне надо подняться наверх, а чтобы подняться... Может, я тогда спущусь до тебя? Ну вот это я больше ничего сделать не могу, тут типа радиус ограничен. Вот на вот столько он ограничен. Ща... Ничего больше интересного, давай влево. Я вот так вот поднялся сюда. Может, в тебе нема такого варианта? Я вот тут вот, да, 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 я должен... Иди кнопку нажми еще раз. Кнопку нажми, кнопку, 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 кнопку. Вот ту большую кнопку я хочу, чтобы ты нажал. Я разучился. Я вот так вот сделаю, понял? Я теперь понял, что тут происходит.
Не на ту сторону. Вот, теперь понятно стало. Все, иди к роботам. Да. А ти, до речі, всередині таких комнат не можеш ставати великим? Ні. Закони фізики не дозволяють? Ні. Закони програмування. І скільки таких поверхів буде? Ні, це, по правді, останнє. Там зверху нам... Ну, от, так. А все, можна крутись. Да. Аха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 хah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 
Defenses? What does he mean, defenses? Well, you know, some more lasers, probably. Тут трубочки какие-то, крутися. Сейчас, у меня тут. Все, я зену трубочки. Ну, я держу... О, у меня электричество пошло. Но батарейку мне надо держать. Ага, сейчас, да, во. Во, электричество пошло. У меня сверху, над тем местом, где я стою, что-то лежит в листы. Я понял, иди сюда. Мне треба, чтобы ты стоял на этой кнопке. Стоишь? Да. Ты ее блокуешь, тому я могу повернуть там трубу просто. Понял. Потому что так они крутятся одночасно. О, все. А вот так зачем тебе? Во! Сейчас. Сейчас будет. Я прям хочу, чтобы ты подошел и посмотрел на то, как я поднимаюсь на высоту твоего роста. Overall happiness. Overall happiness. Happy, neutral, sad, angry. Daily mood change. Average графики там прям какие-то. Okay, so this is creepy. No, look. He's tracking her well-being. Yeah, still super creepy. Hey, what does this do? What? No, that can't be right. I mean, she laughs at least a few times every day. We have been harboring a lot recently. Yeah? Okay, but... What about her worry, huh? What? No, that can't be right. Nah, I'm sorry. This space monkey toy thing, he doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this creepy place. Hey, how about maybe we can beam ourselves back to Rose? Не нажать красную кнопку. Creatures of evil, prepare to die! Targeting wouldn't know. Engaging fire. Что происходит? Что я могу сделать? А что я могу сделать? Там есть какое-то отверстие. Бачу якийсь, типа, кружочок синій, а там є. Бачиш? Отут. А, синій, я не знаю. Понял. Да, ок, все. Кнопка. Та що ти їм? Там внутрі що-то? Треба навести сюди. Да. Да. Схема понятна. А если ты маленький станешь, оно буде під тобою проходить?
Нет, в меня попали. Собака. Тема. Ось тут. Нет, тут закрыто. Посмотрите, я застрял. Стоп. Вот сюда треба. Сейчас, да, я понял. Из-за того, что я очень маленький, я не успеваю угнать от лазера. Здесь что? Да я не могу! Тебе надо просто по сину дэшить. Он не бы попадался. Не прыгать, дэшить надо. А если дэшить, то он не попадает. Да, я уже понял. Я просто изначально не разобрался с механикой. Вот тут у меня. Поднимайся. Высоко. А, я понял. Не, вы слишком высоко. Мне важко думать в таких плоскостях. Что ему быть? Ага, все. Я не очень хорош в быстрых жмаках. Ты должен что-то сделать. Я вижу твою. Ракеты. Так, ну це таки мою одну третю. Оу. Це ми з тобою бодро. Деш не допомагає. Надо їх друг в друга, наверное, зафігарить. Давай друга ракеты зафигарим. Не, забей. Не, даже помогаю. Понял. Мне что-то не смог. Ага. Понял. Можно на ракету. Я ракету понял. Я понял. Я попал. Да, так на моей партии. Та ж собака. Не очень у тебя там получается, да? А! Не туда. Где он? Хедшот. Оп, заглохло. Не. И что-то. Хорош. Это мне. С какой это стороны вообще? Ой, сейчас будешь что-то веселое. Партизан. Вот это там какой-то свой уровень. Ага, так, я понял. Сейчас. Да, мне тут не просто. Ну я стараюсь как могу. Ну, я понимаю, что ты, конечно, стараешься. Не очень. Да что такое? Ты там пока отвлекайся. У меня все больше и больше стоит этих рисочек. Ты подойди на мой экран. А, я вижу.
Я уже тут, я возле него. А? Что? Я просто коснулся, блин, тут. Тут сработал триггер на то, что я коснулся его ногу. Собака. Так. Бегу, бегу, Ваня, как могу. І потім дуже цікаво буде це подивитися відео, як ти проходив це, бо я навіть не можу подивитися на твій екран. Ні, то як? Треба не прыгати на вообще. Я предлагаю... Я вообще не по таймингам прыгаю. Я с первого раза все еще ничего не смог пройти. Ну то, у меня закинчивается поля для... Я предлагаю перепрыгти. Что ты предлагаешь перепройти? Ну, мы же можем перепройти это... Все, все. Мы же можем перепройти это еще раз, только поменяться ролями. Ну, можно. Потому что тут занадто разные игры выходят. Да, да, да. Ой, я буду стрелять, а ты будешь летать. Я такой... А как я должен стрелять? Ага. А Дэвин? Ты, видишь, ты должен мне его в центр подвести. Ну, то есть, у меня... Посмотри на мой экран. Стрелочка у меня есть. Бачу. Стрелочка — это он, но я не могу в него попасть, потому что очень далеко. О! Вот так вот. Во, он спалил. Все, я понял. Stop it! I'm Rose's only friend. She needs me. No. Но пока два из двух. А, три из трех. Снайпер чисто. Ой-ой-ой. Baboon, how do we get back to Rose? I can't let you harm her. I'm her best friend. Hello, she hasn't played with you for years, okay? You've been monitoring her. Come on, just pay attention. Maybe we can help you become friends again. Huh? You think so? Yes. I can ask Rose to play with you again. But you have to help us get back to her. Okay. Кнопочка. Yeah, we promise. Tell Rose that whatever happens, I'll always be her best friend. She's over there. Rose. Прикинь, какая детская травма сейчас будет. Strange, but it's us. It's mom and dad. Я ж могу вырасти. А, не, уже не могу. Мы уже не в космосе. Да, да, да. Я вообще по барабану. She can't see us. Sweetheart, we need to talk. We need your tears to break the spell. Darling. У меня иголка есть. Булавочка. Надо булавочкой уколоть ее. А, она нас просто не видит. Да. Ну, ще б вона бачила, як ходять якісь люльки.
Нам надо... Игра же реалистична. Ну, прям, да, реалистично. Yes, that's perfect. Right. Let's... Let's destroy something Rose loves to make her cry. Хорошая мать. Rose loves her elephant. It's her best friend. We destroy the elephant. We make Rose cry. Oh my God, May. That is a great idea. She'll cry a river. Yes. All right. Now we just gotta. She'll cry everywhere. Well, this would have been a lot easier if you'd tidied her room. Yeah, well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed. Oh, shut your clay face. Yeah. Woo! Oh, my nose is itching. Yeah, that's the dust. We must remember to clean under her bed. Yeah, noted. Ну, хочешь этот глиняный и деревянный носки? Так, по паузу. Вань? Но мы не пройшли. Да, но я хочу паузу на 5 минут, окей? Ну, тогда мне придется поставить досик на паузу.